Московский клинический научный центр имени Логинова сегодня многопрофильное научно-исследовательское лечебное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы. Структура центра обеспечивает полную преемственность в лечении пациента от диагностики, терапевтического или при необходимости хирургического лечения до реабилитации. В состав Московского клинического научного центра входит Центр амбулаторной онкологической помощи, филиал Московского клинического научного центра имени Логинова на Павлова, мамологический центр, состоящий из трех клиник женского здоровья. ЦАОП был присоединен к МКНЦ в феврале 2020 года. На сегодняшний день к ЦАОПу прикреплено 1 176 000 человек. 38 171 человек находится под наблюдением. В ЦАОП жители Москвы могут получить медицинскую помощь по всем онкологическим профилям. МКНЦ имени Логинова оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара. В 2020 году консультационную помощь получили 464 913 человек. В круглосуточном стационаре пролечено около 26 тысяч человек. Проведено около 25 тысяч курсов химиотерапии. В 2013 году в МКНЦ было создано уникальное отделение оперативной и диагностической эндоскопии. В прошлом году в центре было проведено 30 тысяч диагностических эндоскопических исследований и 3000 эндоскопических операций. Более 70% операций в МКНЦ выполняется лапароскопически и роботически. В 2020 году было проведено около 10 тысяч операций. В МКНЦ имени Логинова работает современная клинико-диагностическая лаборатория, которая выполняет около 545 тысяч исследований ежегодно. Патоморфологическая лаборатория, где выполняется около 22 тысяч исследований в год. Для современного подхода к оценке состояния здоровья был создан Центр персонализированной медицины. Здесь проводится индивидуальное генетическое консультирование пациентов и разрабатываются программы наблюдения здорового населения. В рамках нового стандарта онкологической помощи ведется строительство нового лечебно-диагностического корпуса, в котором будет оказываться помощь экспертного уровня жителям всех административных округов Москвы. Особое внимание в МКНЦ уделяется образовательной и научной деятельности. Здесь могут пройти подготовку специалисты по 12 медицинским специальностям в ординатуре и 4 в аспирантуре. На базе МКНЦ работает диссертационный совет. Под эгидой МКНЦ имени Логинова работает портал дистанционного обучения врачей MedExPro, портал для хирургов «Хирургия РФ», портал для эндоскопистов «Эндоскоп ТВ». Специалисты Московского клинического научного центра оказывают медицинскую помощь экспертного уровня.